Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви в Оксфорде. Мы продолжаем серию о силе хвалы и поклонения и обсуждаем все преимущества хвалы. Мы уже знаем, что наша хвала благословляет Бога, дает нам много преимуществ и связывает сатану. Какие преимущества мы уже рассмотрели? Во-первых, хвала вводит нас в присутствие Бога, а также вводит Божие присутствие в нас. Во-вторых, хвала вводит нас в полную победу. В-третьих, хвала высвобождает славу Божию в нашу жизнь. В-четвертых, хвала освобождает нас от духа уныния и депрессии. В-пятых, хвала прекрасна, и она украшает нас и наш характер. В-шестых, наша хвала высвобождает духовную силу в сердца, помогая выполнять Божью волю. В-седьмых, если мы постоянно живем в хвале, то наши сердца все больше и больше растут в подчинении и гармонии с Богом. В-восьмых, хвала, поклонение и благодарение очень важны для поддержания и роста наших моральных качеств, характера. В девятых, хвала и поклонение способствуют улучшению нашего умственного или душевного здоровья, потому что мы осознаем, что у Бога все под контролем. В десятых, хвала или жертва хвалы готовят путь для Бога для высвобождения Его силы и спасения в нашу жизнь. Речь идет о том, когда мы уже приняли Божье обетование, но еще не видим Его проявления. Тогда мы благодарим Его и славим за то, что Он верен своим обещаниям. На основании того, что Он Бог, хранящий свой завет, мы заранее благодарим Его. Для нас это жертва, потому что нам не совсем хочется делать это. Нам хочется славить Его лишь тогда, когда мы уже видим ответ. Жертвы хвалы мы уже читали в 49 псалме. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня и открывает, готовит путь в своем сердце через который явлю я ему спасение Божие». Один из примеров жертвы хвалы находится еще и в 66-м псалме. «Да восхвалят тебя народы Божие». Это была жертва хвалы, потому что каждый год они сеяли семена, но им нужен был дождь, поэтому они славили Бога и заранее благодарили Его за дождь. Спасибо, Господь, за дождь. Он нам так нужен. Да восхвалят себя народы все. Тогда, в результате хвалы и благодарения, земля дала плод свой. Да благословит нас Бог. Бог наш. Дождем. Да благословит нас Бог. И да убоятся его все пределы земли. Они сажали семена в землю, но им нужен был дождь для проявления урожая. Также и семя Слова Божьего может быть в нашем сердце, но оно нуждается в благословении, дожде Духа Святого, чтобы проявиться. То есть тут основная мысль в том, что семена уже в земле, но им нужен дождь. Дождь — это символ Святого Духа. Хвала открывает окна небес и выпускает дождь, и затем дождь вызывает урожай. Таким же образом, мы можем иметь семена обетования Божьи в наших сердцах, но чтобы они сбылись, нужна работа Святого Духа. Требуется сила Божия, которая подействует на семя, чтобы оно принесло плод в нашей жизни. Ключ в том, что как только мы получили обещание, мы должны сразу же славить Бога и благодарить Его. Делая так, мы открываем путь для дождя, Духа Святого, чтобы Он двигался в наших сердцах Активировал то семя и заставил его принести свой плод. Как только мы получили обещание, важно благодарить и славить Бога за то, что Он его исполнит. Это высвобождает силу Святого Духа, и Он активирует это семя. Итак, наша жертва хвалы заключается в том, что благодарим мы Бога еще до того, как видим ответ. И это побуждает Дух Божий принести нам наш урожай. Там сказано, да восхвалят себя народы все. И тогда земля дала плод свой. Да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог. И да убоятся его все пределы земли. И когда придет ответ, то это станет свидетельством для всех вокруг. Вот что делает жертва хвалы. А еще один пример жертвы хвалы мы находим в послании к филиппийцам 4 главе. Благодарение — это не что иное, как жертва. То есть вы принесли Богу свою жертву, а также добавили еще и благодарение. Вы отдали свою нужду в Божьи руки, но еще и выразили свою уверенность в Боге. Не нужно ждать ответа, чтобы начать благодарить Бога. Итак, посмотрим шестой стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Он сказал, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Поэтому мы можем благодарить Его на основании Его обещания. «Спасибо, Господь. Я отдал тебе свою проблему. Ты печешься обо мне, и я доверяю тебе». Спасибо. Когда ваша молитва переходит от просьбы к благодарению, это показывает, что вы в вере. Такая жертва хвалы еще до того, как вы увидели ответ, угождает Богу и открывает двери для Божьей силы в вашей ситуации. Это было десятое преимущество. А сегодня мы рассмотрим одиннадцатое. Хвала и благодарение высвобождают воды спасения из нашего духа в наше сердце и нашу жизнь. В нашем духе есть живая вода. Бог оживил нас. Если мы рождены свыше, то внутри нас живет Дух Святой. Но Бог не хочет, чтобы эта жизнь оставалась в заперти в нашем духе. Он желает, чтобы вода жизни текла наружу, во все сферы нашей жизни. Это видно из пророчества в книге Исаи, 12 главе. Начинается все еще в 11 главе, где говорится о Мессии и о том, что он будет потомком Давида, исполненным Святого Духа. И этот Мессия заключит Новый Завет, благодаря которому не только Он, ну и все люди Божии смогут наполниться Святым Духом. Об этом сказано в 12 главе. Иисус начнет эру Духа для всех верующих. Это пророческая песня о спасении. Мы посмотрим на нее. Итак, для начала предлагаю увидеть вам это местописание. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. А далее написано «И скажешь в тот день». Это день, когда Мессия установит Новый Завет. Это день великого духовного благословения. «И скажешь в тот день». И в этой главе мы увидим, что слова наших уст очень важны для высвобождения благословения. Мы говорим о том, что хвала и благодарение — это ключи к высвобождению вот Святого Духа в нашей жизни. Здесь написано И скажешь. То есть ваши уста это как труба, через которую течет эта вода. И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня за мой грех, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Здесь говорится об основах нашего спасения. Миссия Принес нам искупление, чтобы Бог больше не гневался на нас. Из-за нашего греха мы были под Божьим осуждением. Но здесь сказано, что гнев отвращен от нас. Почему? Потому что Иисус взял наказание за наш грех на себя. Он искупил нас, и нашей реакции должно быть благодарение. И видите, как важно благодарение. Господь, спасибо тебе за то, что ты забрал мое наказание. А еще ты утешил меня. Это означает, что теперь у меня есть еще и утешение Святого Духа. У меня есть милость и прощение. Спасибо, Господь. Здесь написано, что мы скажем это. То есть важно то, что мы говорим. Конечно же, в Исаии 53 главе это искупление описано более детально. Затем говорится о результатах жертвы Иисуса Христа, о внутренней трансформации. Сейчас в нас Божий Дух и Его сила, и они меняют нас. Во втором стихе сказано так. «Вот Бог — спасение мое». Иными словами, посмотрите на того, кто все это сделал. Он говорит, что «Бог — спасение мое». Буквально это звучит так. «Бог — мой Иешуа». Отсюда мы знаем, что имя Мессии — Иешуа. Итак, здесь сказано, все это сделал сам Бог, который стал человеком, а зовут его Иешуа. «Бог — спасение мое». Это означает, что Бог не только организовал мое спасение или заплатил за него, Он и есть мое спасение. Теперь Бог живет внутри меня и изменяет меня. Он — мое спасение. Это исповедание. Я прощен. Ты отвратил от меня свой гнев, и теперь ты — мое спасение. Так он провозглашает свою веру и то, что сделал Бог. А затем сказано, «Уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь — сила моя, и пение мое — Господь, и Он был мне во спасение». Через Новый Завет и Новое спасение Бог теперь внутри нас, и Он наша сила, песня и наше спасение. Да, если вы приняли Христа, то вы храм Божий. Бог живет внутри вас, но важно, чтобы вы говорили это и благодарили Бога за то, что Он сделал. Исповедуйте, что Он ваше спасение и ваш Господь. Ваша жизнь — сила и песня. Именно через исповедание и благодарение вы высвобождаете силу, что есть внутри вас. Вы высвобождаете ее в вашу жизнь. Мы увидим это в дальнейшем. Итак, спасение основано на том, что Христос сделал на кресте. Истинно верующий ⁇ это тот, кто признает, что Бог ⁇ источник его жизни и его спасения. Бог не просто дает ему силу и спасение, а является его силой и спасением. Бог в нем, а значит теперь Бог объединился с человеком, поселился внутри него и передает человеку свою собственную жизнь. Новизна нового завета в рождении свыше. Раньше такого не было. Во время рождения свыше наш дух оживает, и Бог поселяется внутри нас. Бог есть наше спасение. Слава Богу! В третьем стихе говорится о жизни в полноте этого спасения. И потому что теперь Бог мое спасение и источник моей жизни, в радости будете почерпать воду из источников спасения. Иными словами, верующие, через радость хвалу и благодарение, мы черпаем воду из источников спасения. Получается, что внутри нас есть живая вода Святого Духа, но именно мы ответственны за то, чтобы черпать эту воду и приносить ее во все сферы нашей жизни. А как мы это делаем? Через радость нашей исповедания и хвалу мы приносим воду из источников в нашу жизнь. Источник Духа Святого ⁇ это наш возрожденный Дух. Дух Святой живет внутри нашего Духа, поэтому наш Дух ⁇ это источник и колодец Святого Духа. В этом колодце или источнике находятся воды спасения. Бог ⁇ это Дух. И поскольку Он сейчас живет в нас, в нас есть живая вода. Он желает вырваться наружу, но мы должны ее выпустить из нашего духа. Если мы рождены свыше, то Бог создал колодец или фонтан спасения внутри нас, из которого постоянно бьет Божья живая вода. Вода исцеления, силы, мудрости, Любви, радости, ну и так далее. Мы можем наслаждаться этой водой, но нам нужно черпать ее верой. Именно об этом и написано в книге Исаия, 12 главе. Итак, мы имеем Духа Святого внутри, но Он должен быть живой водой, которая течет из нас. А где? находятся эти источники? Ответ мы находим в шестом стихе. «Бог — наше спасение». Но где же Он? Здесь сказано «Велик посреди себя святой Израилев». Так где же Бог, спасение наше, а Он посреди нас? Он в нашем духе. А это источник или колодец спасения. Вот откуда течет живая вода. Помните, Иисус сказал ученикам о Духе истины. Он с вами пребывает и вас будет. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Итак, эти источники жизни внутри нас. Ну а в Евангелии от Иоанна 4 главе. Иисус также ссылается на эту двенадцатую главу Исаи и говорит, что пришел исполнить ее, ведь поистине велик посреди нас святой Израилев. Так что же пришел исполнить Христос? Он говорит Самаринке в Евангелии от Иоанна 4 главе, 10 стихе. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит себе «дай мне пить», то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Иисус говорит «я дам тебе живую воду». «Я сделаю так, что это исполнится в твоей жизни». Ну а дальше он объясняет, как именно это будет. «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать человек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Иными словами, когда вы приходите к Христу и принимаете Его спасение, когда вы якобы пьете Его воду, Бог внутри вас, создает фонтан или источник, который течет в вечную жизнь. Теперь в вашем духе есть неиссякаемый источник с вечным запасом воды. Аллилуйя! Благодаря рождению свыше, наш дух превращается в артезианский источник, ни много ни мало, который находится глубоко под землей, но вода из него постоянно бьет ключом. И наш дух такой же. Он проникает глубоко, в Божьи глубины, туда, где находится Божий Дух чтобы вода жизни постоянно била в нас ключом. Нам не нужно искать воду снаружи, потому что внутри нас большой запас воды. И благодаря этому запасу мы можем славить Бога. Затем Иисус говорит, что Отец ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине с перерожденным духом мы можем это делать. А в том же Евангелии от Иоанна 7 главе Иисус сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто верует в Меня?» У того, как сказано в Писании, «из чрева» или «из сердца» потекут реки воды живой. Итак, Бог создает внутри вас источник, и из этого источника потекут реки воды живой. Вот чего Бог желает, и вот что предсказано в 12 главе книги Исаии. А как мы черпаем эту воду из колодца в нашем духе, чтобы она текла и освежала все наше тело и душу? Исаия говорит нам так, и в радости. Будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день. Итак, как вы черпаете эту воду? В радости и со словами. И скажете в тот день. Об этом он говорит в первом и четвертом стихах. Речь о том, как черпать воды из источника спасения. Мессия через искупление, дал нам источник спасения. Но только мы можем черпать из него воду. Как мы это делаем? И скажете в день тот. То есть через использование наших слов. У каждого источника есть место, где он выходит на поверхность и там вы черпаете воду. То есть, именно то, что выходит из ваших уст, высвобождает эту воду. Вот возьмем, к примеру, шланг. Вода течет по шлангу, но напор контролируется на его носике. Если носик перекрыть, то вода течь не будет, но если вы откроете его, то воды могут течь. То есть поток воды зависит от нас и от того, что именно мы говорим. Мы ответственны за потоки, исходящие из нас. Мы говорим слова из духа или из плоти. Притча 10 глава 11 стих говорит так. Уста праведника — источник жизни. Также 18 глава, 4 стих. Слова уст человеческих — глубокие воды. Источник мудрости — струящийся поток. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Если мы закроем свой рот, то будет перекрыт и поток. Но если мы откроем рот, и будем говорить Слово Божие, то это запустит поток воды изнутри нас. Именно так Бог и описывает Новый Завет. Опять же, вернемся к Исаии. Это 59 глава, 21 стих. «И вот завет мой с ними, — говорит Господь, — Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, Итак, завет работает, когда Божий Дух в нас, а также когда мы говорим Божье Слово. Это высвобождает Дух в нашей жизни. Давайте посмотрим послание к римлянам, 10 главу, 9 и 10 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Нам нужно открывать свои уста и черпать воду из нашего духа. И мы делаем это, провозглашая Слово Божие и молясь на иных языках. А еще Евангелие от Матфея, 12 глава, Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Послание Иакова, 3 глава, 10 стих. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Да, из наших уст может выходить и сладкая, и горькая вода. Как это объяснить? А все потому, что внутри нас два источника. Источник плоти и источник духа. И кому мы отдаем свои уста? Такая вода и течет в итоге. Если мы отдаем свои уста плоти, то создаем только смерть. Но если мы отдаем свои уста духовному источнику с хвалой и благодарением, то из нас выходит сладкая вода Духа. Все зависит от нас. Исаия говорит, что в Новом Завете мы сможем черпать воду из источников спасения. Но как? С радостью. С радостью, хвалою и благодарением. Как мы будем черпать эту воду? Словами наших уст. Исаия 12, глава с 4 по 6 стих мы видим пять способов, как мы можем черпать эту воду нашими словами. Там сказано... И скажете в тот день, славьте Господа. Итак, первый способ — это хвала. Так мы выпускаем этот фонтан. Славить Бога можно и на иных языках. В книге Деяний сказано, «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Следовательно, хвала ⁇ это первый способ, как вы можете черпать воду из источников спасения. Затем сказано, призывайте имя его. Это молитва. Много может усиленная молитва праведного вы можете высвободить реку жизни через молитву, особенно через молитву на иных языках. Затем сказано «возвещайте в народах дела его». А заметьте, что все это нужно говорить «возвещайте в народах дела его». Напоминайте, что велико имя его. А это свидетельство о Христе и его спасении. Иисус сказал, ⁇ Когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, когда мы свидетельствуем, возвещаем о Его делах, о том, кто Он и что Он сделал, мы чувствуем себя прекрасно потому что мы черпали воду из источника спасения. Далее сказано «пойте Господу». Это еще один способ, как мы можем высвобождать силу и черпать воду из духовного источника. «Пойте Господу, ибо Он соделал великое». Да знают это по всей земле. И последний способ, как вы можете выпустить из себя живую воду от Бога, описан в шестом стихе. Там сказано «Веселись и радуйся, жительница Сиона». Иногда нам нужно радостно восклицать. Это нужно не Богу, а нам чтобы мы могли высвободить силу. Еще важно провозглашать Его величие. Бог велик, и просто невозможно не кричать об этом. Он этого достоин. Веселись и радуйся, жительницы Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев. Итак, святой Израилев посреди вас, но как же высвободить его великую силу? Вам нужно говорить, восклицать, петь, молиться, провозглашать, славить и свидетельствовать. Велик Господь посреди вас, а сейчас Он живет внутри вас через Свой Святой Дух. Поэтому внутри вас целый резервуар живой Божьей воды. Но вам нужно говорить об этом и восклицать. Внутри вас великий Бог, но вам нужно высвободить Его силу через провозглашение Слова Божьего. И тогда живая вода Святого Духа потечет через вас, вычерпаете эту воду словами хвалы, пением, и благодарением, восклицанием и исповеданием. Бог спасения наше посреди нас, и поэтому мы должны возвещать Его имя, славить и хвалить Его. Именно так мы высвобождаем Его жизнь и спасение, и они будут течь, как реки живой воды. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 часов вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.